Подозреваемый в подготовке терактов в Тирасполе Вячеслав Кисничан продолжает давать показания. Раскрывает детали. Он получал задания от Службы безопасности Украины. И, возможно, не только он. Помимо меня еще кто-то где-то параллельно явно работает. Потому что пролетает информация. Теракт, который готовил Кисничан, предотвратили приднестровские оперативники. Беды не случилось. В Приднестровье с весны прошлого года повышенные меры безопасности. Если в 2022 году совершались террористические акты в отношении здания Министерства государственной безопасности, подрыв антенн в поселке Маяк и в других местах, если мы тогда говорили только о наличии следа украинского, то вот по данному факту у нас есть уже достаточно точная информация о том, что это дело рук Службы безопасности Украины. У МГБ Приднестровья есть телефон доверия. Номер в Тирасполе 5 70 70. Можно обратиться, если заметили что-то подозрительное.